Всем привет, мои дорогие, с вами сегодня, как всегда, в этот добрый час, Таурус. Дед Мороз. Дед Мороз и Алексей. Алексей, да. Алексей. Я думаю, это И читается, нет? Алексей. Не, Алексей, это у нас батюшка был такой. Да? Да. Не, Алексей, это, по-моему, из Silent Hill такая есть. Алекс есть в Half-Life 2, девка. Алекса. Алекс, по-моему. Алекса, говорю! В Silent Hill. Ну, по-моему, Алекс, так. Ладно. А, поехали. Куда предпочитаешь? Ты пошел по сложному пути, ладно. Ну, мы... А Берсерк опять мне достанется. Кто бы сомневался. Короче, для кого он еще будет сложный, это мы посмотрим. Я буду вот так всех подлавливать. Так. Короче, по стелсу. Ну, вот патронов на пулемет. Они меня не заметили. Нет, они меня заметили. Короче, будем действовать тактически грамотно. Да. Пусть их убивает Барунада, я не буду тратить патроны. Ох, я сейчас увернулся. Ох, как я уворачиваюсь. Слушай, ты бы это видел, ты бы мной гордился. Теперь. Я не... О! Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Уйди! О, отлично. Слушай, начало неплохо так. А напомню, что-то зеленая сфера дает. Я уже забыл. Неуязвимость. О, пошли! Давай, надо было сразу взять, блин. Так, блин, вроде здесь ничего такого нету. Ну, может, даже если было, неважно. Я побежал. Давайте, господа. В очередь. А че у меня глаза не белые? Ну, или видишь, это... может быть, это сделали в этом. Только... В Beautiful Doom'е. Только... Такое убрали. Я думал, только при чите может быть белые глаза или нет. Так, у меня здесь выход. Не вздумай пользоваться читами. Деп там не допрыгнул. Да блин! Вот так вот. Исключительно по тактике. Со сбережением боеприпасов. Уже там возле желтого ключа, да? Да я его взял, чисто случайно, на самом деле. Как ты такого умудрился взять? А как его надо брать? Ладно, сейчас если узнаем. Ты внизу, ключ вверху был. Ну вот мне действительно, вот что нравится еще в Beautiful Doom, все-таки это... Все-таки хоть... Какой-то это появилась вот полезность, вот именно вот частичная невидимость стала полной. Вот, блин, вот эта вот полезность мне очень понравилась. Но она и раньше была полезная, но просто... Нет, а из-за нее и только наоборот иногда хуже становилось, когда монстры начинают это, как бы показывают, что они будут кидать там, допустим, чертов фаербол в одну сторону. Он разворачивается вправо, а кидает влево. Это вообще да, весело, да, очень бывает. Страшно. Прости, дружище, ты был отважным воином. Что, опять ты... тебя убили? Да нет, я не могу убить. Тут человек висит с оторванной ногой, и я хотел его добить, но он как-то все живет и живет. Вот это жажда жизни, я понимаю. Ладно. Это как-то очень жестоко. Но я не хотел так. Хорошо. Тогда идем. Синего ключа у меня нету. У меня есть ключ. Да. Тогда. Если ты с обратной стороны, то можешь меня открыть. Как тебе такое предложение? Я правда тебя на карте не вижу. Да я потому что далековато вообще. О, я вижу. Спасибо. Короче, у нас есть желтый ключ. Пускай добытый не очень легально, но я не хотел. Сомневаюсь, что ты добыл его Rocket Jump'ом, конечно. Конечно. На БФГ прыгал. Так, а у тебя желтый? Иди-ка сюда. Конечно. Надо красненький добыть. Где ты там дозастрел-то? Да я по карте пытаюсь с тобой бежать.
Как ты далеко-то, а? Вот что так... Или я не туда иду? А, да, я, по крайней мере, не туда иду. Не сюда. Блин! Не сюда. Обратно? Вот сюда. Я ж вроде так и бежал. А сейчас, наверное, вот сюда он. Нет, 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 нет. Ты по карте бегаешь. Был? Сюда, я по карте бегаю, все, я тут. Мне что-то казалось, что не в эту сторону надо. Как там у тебя с ХП? Да покатит. Я здесь, кстати, был. Был, убил этого гада. Нет, ты его, как ты здесь был? Ну, не, я говорю, почти, ну, был в этих местах, но... Так, хорошо. Вообще ты меня что позвал? Тебе ключ нужен был. Ключ вот он. О, иди сам. Я, короче, тут пока погуляю. Что-то как-то не очень у тебя успехи, скажу я. Откровенно. Кого? А у тебя? Да, сколько ладно, было импов, столько и осталось. Угу. Голова. Без зубы им. Ты его зубов лишил, ты в курсе? Ну, все по-честному. Хотя не, я настрой был. Какие звуки у тебя неприятные из комнаты, когда ты их убиваешь? Ну, это кровь хлещет. Так, куда идем? Так, идем к красной дверке. Угу. Милости прошу. Дякую. Понятно. Ты чё он на меня смотрит? А ты ему больше нравишься. Красный на красного. Пойдем, еще одна дверка есть. Давай. Да, секреты не пропускаем, мы наученные, опытные игроки. Вот конечно. Сюда заходишь и там красную дверку видишь. Ой-ой-ой-ой-ой. А и что дальше? Рубильник дергать. Ну? Все, теперь назад. Допустим. Ты... Так, и теперь ты иди к выходу, а я пока сбегаю за шариком. Ну, допустим. Всё, я пригодился. Да, можешь теперь нажимать кнопку выход. Так, у Алексея, у Алексея, как всегда, больше всего. Так. Ну что ж, последний. Башня Вавилона. А у меня вылетела игра. У меня тоже. Ну давай останавливать запись. Итак, у нас была небольшая, чисто творческая, нет, чисто техническая проблемка. Ух ты, что-то растет. Да, видимо, мы слишком хорошо проходили этапы. Да. Поэтому игра решила нас покарать немного по-другому. Немного. Либо же это вот из-за того, что Рома использует всякие читы. Да не использует читы. Ну блин, у меня 34 патрона пистолетных. Ну, вон это... ракетник. Я-я-я-я-я, Лёш! Я не ожидал этого, я реально этого не ожидал просто. Нет, ну хорошо, это хотя бы будет забавно. О. Я вот это возьму, пожалуй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Короче, Лёш, я не знаю, где ты. А он здесь ты один. Посмотри по карте. Да, а, вижу. Вот сюда иди, вон ракетник теперь. Он один здесь? Да. Это хорошо. Так, где он? Черт, ну кибердемонов я просто обожаю, на самом деле, они забавные. Сейчас было, конечно, забавно, ладно. А, где он? Ну, где-то здесь. Где ты его запер? Я его запер, это он запер меня. Меня убили. Кто? Кто посмел? Вот этот я убил, сволочь. А, взлетает как хитро. Так, ладно. Иди ракетницу бери. Я шарик. Шарики это хорошо, но я хочу найти эту заразу. Не, если бы нам не дали ракетницу, это было бы вообще весело. Пришлось бы умирать, а потом просто бить его кулаком. А, слушай, а так она же сохраняется, я забыл. Кто сохраняется? Ракетница. А, ну да, в принципе, да. О, вот он. Я, кстати, видел видео одно. Вот. Он там. Его мочили. С кулака его мочили, короче. Ой.
Как-то я не хотел тебе помешать. Короче, понял, мочили из кулака его. И сколько, час прошел? Ну, не час, но прилично так. Так, вы тут где-то, да, господа? Короче, я сзади пошел обстреливать. Пока он там по тебе. Не, ну он меня, конечно, прикалывает. Очень забавное существо. Сделано из воска? Папа, прямо четко. Фух, это змей? Ты сделал это. Скрытый или какой он? Ну, прячущийся. Не, по-моему, тяжело ему спрятаться. Лорд Кибердемон, который правил пропавшим или... Да, лунной спутником Деймоса. А, нет, не спутником... тут у вас Деймос Мунбейс, базой... Лунной базой Деймоса. Да. Был слит. И вы триумфатор. Но, три точки. Где ты? Ты забираешься, да? Не знаю даже. По-моему, Эджи на край луны, что ли. И смотришь вниз. Чтобы увидеть ужасную правду. Да. Деймос летит над адом сам по себе. Ты никогда не слышал, чтобы кто-то сбегал из ада. Но ты заставил этих ублюдков сожалеть, что они узнали про тебя. Быстрее. Как спускаешься в ад. Короче, на поверхности ада. Да. А теперь только от тебя зависит финальная глава Дума Инферно. Нет, вообще-то говорит, а теперь начиная финальную главу Инферно. А, мне показалось. А, it's up to you, мне показалось. It's on to the. Ну да, да, да. Вот. Жалко, знаешь, что здесь нету? Как на PlayStation вот эта вот голова такая была. Помнишь, появлялась зловещим голосом. And you are just awful. Ну, вот такого что-то говорило. Головы, по-моему, не было никогда. Или это финальная не было, не помню. Такая, как треугольная голова, такая страшная, демоническая. Ну ты понял, о чем я? Икона греха? Ну не знаю, ну голова как демона какого-то. Она всегда появлялась вот в заставках после того, как часть какую-то пройдешь. Ты помнишь это? Нет, не помню. Ну ладно, короче, кто играл, тот знает, там голова вот этого демона, и мне все время казалось, что оно и должно быть финальным боссом. Ух ты. Это Деймос летит? Да. А это ад внизу. Слушай, прикольно, на Соньке такого реально не было. Но... Да, таких картинок на Соньке не было. Это очень, конечно, эпично, и дальше оно, кажется, не пропускается, да? Нет, все, надо начинать заново. Надо начинать заново. Итак, друзья, мы официально прошли половину Дума. Правильно я рассуждаю? Правильно. Вот, но нас ждет еще половина. Половина сложная, половина страшная, потому что Инферно — это самое страшное, что есть вообще в этом мире. Но у нас есть еще и четвертая глава, про которую пока что никто ничего не сказал. Ну, имею в виду по сюжету, нам никто не сказали. Вот, но вначале разберемся с Инферно, где эти инфернальные твари уже готовы на нас зуб свой положить, и мы должны что-то с этим сделать, потому что, не знаю, неправильно это как-то. Ну, мы продвигаемся дальше, наши бравые думгаи, в общем-то, самые бесстрашные воины во всей галактике, двигаются дальше. Но мы на этом с вами прощаемся, надеюсь, что вам было интересно, по крайней мере, ну, все-таки это игрушка моего детства, и... Больше говорить, собственно, и нечем. Она просто крутая, это классика шутеров, это просто живая классика, и в это до сих пор приятно играть даже в 2014 год. Вот как-то так. Есть что добавить? Ну да, хочешь жить, умей вертеться. Да, отличный эпилог второго эпизода. Ну, на этом мы заканчиваем. Оставайтесь на линии, друзья, скоро увидимся. Да, всем до скорого, всем пока.